Добрый день, друзья. Сегодня будет рассказ про валанчик. Отремонтировал. Сейчас найдем. Вот. Видите, он здесь как-то неровно. То есть он порвался. Я его чуть-чуть сдвинул. Один на один наложил. И паяльником через вот пленку такую. Вот она второпластовая или какая-то. Аккуратненько заплавил. Все получилось очень неплохо. И валанчик еще послужит. Ну, понятное дело, валанчик вещь копеечная, его ремонтировать как-то особо даже и странное занятие. Ну, просто был, скажем так, спортивный интерес, можно ли это сделать. А во-вторых, вот валанчик вещь копеечная, его ехать, покупать, допустим, собрался, а у тебя он рваный, поиграть. Поэтому, ну, почему бы и нет, то есть потраченную минуту. Там за несколько минут буквально сделано. Вот. Ну, не знаю, насколько кому полезно, не полезно, но вот что можно сделать. А вот здесь, по-моему, еще чуть-чуть подплавился. То есть в двух местах вот можно. Порвет, как порвется здесь чуть-чуть и здесь наложить. Вот такая вот история. Благодарю за внимание. Всего доброго, удачи.